нас, друзья, прямо сейчас мнение о современной музыке представит наш следующий конкурсант. Добрый день, Россия, Украина, Белоруссия. Зовут меня Артур Федорович, я из Минска. Давно увлекаюсь авторской песней и сам пишу песни и стихи. Всем ребятам, участвующим в «Большой разнице», желаю удачи. Артур Федорович, Минск, Беларусь, с пародией на Владимира Высоцкого и его взгляд на современную эстраду. Добрый вечер. Растут певцы в эстраде, как поганки. Забыли об актерах на таганке. Попсам не режет ухо, как поэту. Эстраде посвящаю песню эту. Я не люблю попсовую эстраду, и ее законы чужды мне совсем. Ведь чтобы известным быть, нужны скандалы. Без них ты ноль, и звать тебя никем. Я не люблю, когда у микрофона пытаясь всем, чем можно возбуждать, какая-то певичка томно стонет, а ей самой на песню наплевать. Я не люблю, когда наполовину на сцене то ли баба, то ли мужик надел парик, так хочет быть красивым, с лица накрашен, но торчит кадык. И я не люблю поющих однодневок, мелькающих с экрана каждый день, поющих о любви гламурных девок, приехавших из дальних деревень. Я ненавижу модных кавер-версий, ремиксов на попсовую бургу. Я ненавижу рифмы против шерсти, с мотивом словно гвозди по стеклу. И R&B мне ваши мозги сушит, когда мотив мне откровенно врут. И я не люблю, когда поют про душу, а кажется, что мне в нее плюют. Я не люблю дрянное слово «райдер» и этих звездных требований, блин. Неужто фонограмма хуже станет, если тебя не встретит лимузин? Я ненавижу модных папарацци, готовых маму за скандал продать. Я, видно, старомоден, видно, братцы, мне не дано все это понимать. Но я б не стал на людях лицемерить и о себе заказывать статьи, и гонорарами не стал бы славу мерить. Как хорошо, что я успел уйти таким. Артур Федорович, город Минск, Беларусь. Уважаемые члены жюри, мы просим вас оценить выступление Артура Федоровича. 8-9-9. Тина, 8. Насколько я понимаю, я слышал из зала возгласы отчасти недовольные. Кто-то кричал: 10-10 надо ставить. Анатолий, а почему такая оценка? Ну, я же говорил, что на 10 только Господь Бог. Ага, так, Тина. Саш, ты знаешь, я здесь конъюнктуре поддалась. Я, честно говоря, хотела поставить меньше, но здесь вот... Признаюсь, посмотрела на коллегу, поставила 8 баллов. Мне а почему просто... меньше, Тина? Я думаю, что просто образ Владимира Семеновича — это не тот образ, как мне кажется, да, там, в котором нужно использовать вот именно такой текст. Просто у всех ностальгия, все его очень любят, и понятно, почему люди так реагируют, и волей-неволей, слыша интонации, которые вы очень правильно передаете, конечно, мы вам благоволим. Но в целом содержание, вот все то же самое в образе Джигурды было бы великолепно, понимаете? Но в образе Владимира Семеновича, вот само содержание. Неправда, Тина. Почему? Я вступлюсь, но не вы не правы сейчас, Тина. Почему, Иван, скажите? Я не знаю, почему, мне просто хочется с вами поспорить. Тина, где Джигурда и где смысл этой песни? А я вот, Саш, тебе передаю, мне не нравится содержание песни, когда оно исполняется в образе Владимира Давайте Семеновича. Давайте сейчас, Тина, попросим рассудить нас Михаила Сергеевича, который очень почитает творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Пожалуйста, Михаил Сергеевич. Я считаю, что это больше, чем пародия, поэтому это и 9. Он нашел форму, в котором... который может
высказывать свои собственные мысли, которые нам очень близки. Спасибо огромное, Михаил Сергеевич. 34 балла, Артур Федорович, город Минск, Республика Беларусь. Жюри — это не самое главное. Самое главное, мне кажется, зрителям понравилось все. Вот, хотя я немного волновался, конечно. И вообще, это большая ответственность в образе Владимира Семеновича Высоцкого выступать. Поэтому...